Твери жители одного из домов на улице Кольцевой последние 4 месяца остаются без горячей воды. Ее отключили в июне этого года и до сих пор не вернули в квартиры горожан. При этом и начало отопительного сезона в многоэтажке нельзя назвать полноценным. Далеко не все жильцы довольны качеством теплоснабжения их дома. В ситуации разбирался наш корреспондент. Жители дома номер 70 по улице Кольцевая, что в Заволжском районе Твери, в отчаянии. Вот уже почти полгода они хотят лишь одного, чтобы им включили горячую воду. Она была отключена летом этого года. Ожидалось, что лишь на 2 недели, на время традиционных гидравлических испытаний. Но коммунальные неудобства растянулись аж до осени. Полотенцесушители все холодные, трубы холодные. Воду горячую мы до сих пор не видим. Мы устали с этими тазами и с ведрами. Нам надоело вот это вот. Это как-то несерьезно вообще. В наше время, 21 век, а мы как живем это вообще? При этом нельзя сказать, что горячей воды нет вообще. В некоторых квартирах, рассказывают жильцы, она как парное молоко. Чуть теплая или комнатной температуры. Но если в летний период такое еще можно было терпеть, то с наступлением осенних холодов жильцы оказались в плачевной ситуации. Как помыться? Вот я вчера решила, например, помыться. Я замерзла в ванной. Вот такое мытье у нас. Не изменилась ситуация и со стартом отопительного сезона. Впрочем, и самого тепла местные жители тоже толком еще не почувствовали. Батареи едва греют, рассказывают жильцы. При этом все попытки достучаться до коммунальных служб ни к чему не приводят. К примеру, вот что горожанам ответили в Тверской генерации. Все ремонтные работы закончены, вода подключена. Обращайтесь в свою управляющую компанию. Мы звоним слесарю, слесарь прибегает, говорит, не хватает параметров, не идет, говорит, нету ничего, говорит, с чего там давать, говорит, вообще. С официальным запросом в Тверскую генерацию обратился и наш телеканал. В теплоснабжающей организации нам сообщили, что в скором времени проблема в доме номер 70 по улице Кольцевой будет решена. В адрес общества поступило обращение о сниженных параметрах горячей воды в отдельных домах по улице Кольцевая. В ходе проверки было выявлено повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы запланированы на сегодняшний день. В течение сегодняшнего дня работы будут завершены, и к вечеру горячая вода будет в нужных параметрах. Иными словами, уже вечером в среду, 6 октября, горячая вода в квартиры жителей дома номер 70 по Кольцевой должна вернуться. Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем вам, чем закончится эта история.